Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Я сегодня не такой, как вчера. Вот девиз человека, обладающего буквой Т. Символом этого имени выступает ответственность и помощь, достигаемые любовью, переживаниями и защитой. Буква К символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Эти люди дружелюбны и общительны. Окружение ценит в них умение создавать вокруг себя приятную, доброжелательную атмосферу. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости. А вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Человек способен наметить неприступную вершину, покорить ее и, не раздав всех интервью и автографов, отправиться на штурм новой, где ему ничего не знакомо. Чрезмерные гордыни носители имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенные в букве «И», мешает быстро принимать решение и замедляет реакцию. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящий партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Звук «П» в имени не создает неприятных ощущений, располагает к задушевной беседе, доверию. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Такие люди обладают богатством идей, заботятся о своем внешнем виде. Под управлением этого имени находятся все те, кто родился 6, 15 или 24 числа каждого месяца. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.